Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Zombie Strike. Ну что ж, давайте начнем, наверное, со сбора всего. Так, получаем все, абсолютно. Так, алмазы, осколки. Так, билет на арену, продвинутые приглашения. Так, монеты славы. Замечательно, так, смотрим, что у нас тут. Отправить и получить. Ну, естественно, ребята, сразу же мы это делаем с вами. Отправляем, получаем. Сделаем сейчас сразу же, наверное, разведочку. Посмотрим, что мы с вами здесь сможем надыбать. Так, 10к, отлично. Так, квесты. Ну, естественно, начнем, пожалуй, с квестов. Так, отправили 5 сердец, отлично. Сделать одно базовое приглашение. Получить награду за выживание. Так, за выживание надо сделать обязательно, ребята. Так, бесплатно. Получить. Ну... Так, хорошо. Дальше двигаемся. Сделать одно базовое приглашение. Базовое. Делаем. Бесплатно. Достается нам какой-то волк никудышный. А если я так сделаю? Ух ты, четырехзвездочный. Это хорошо, ребята. Это с дружеского, ребята, призва мне достался четырехзвездный зомбарь. Это хорошо. Так, давайте получим с вами 20 тысяч зеленой жидкости. Так, жетончик. Крутить рулетку два раза. Ну что же. Так, смотрим, кто у нас здесь. Поехали, хрен с ним, была не была. Вдруг нам выпадет колечко, хотя это маловероятно, но все-таки. Ага, 120 тысяч. Слушайте, деньги здесь, ребята, нужны мне просто позарез. Вот честно вам скажу, деньги — это, наверное, самая первая необходимость, которая имеет для меня здесь ценность. Мой дружок, который вместе со мной начал играть, даже не вместе со мной, он начал играть, по-моему, на 3 или 4 дня позже меня. Сейчас в куражах, он просто переплюнул меня. Как, знаете, как вот у ребенка отобрать конфетку, так же он меня обставил. У него все герои сейчас за соточку. Он живет и в ус не дует. И смеется надо мной. А он, видите, ребята, он играет всего в 2 игры. А я играю в кучу игр. И в каждой нужно разобраться, и в каждой нужно уделить время. Если бы я играл, как он, только в 2 игрульки, я, наверное, бы тоже бы давным-давно ускакал бы. Так, ну что же, давайте мы посмотрим мою гильдию, ребята. Как у нас тут обстоят дела. Так. Так, у нас 4-й уровень пока еще. Это маленький уровень. Так, зайдем на территорию, посмотрим, что у нас по фабрике. Завершаем. 385 тысяч получаем, 198 жетонов. Я следующий, ребята, беру заказ. Естественно, его по максималке прокачиваю. Это в первую очередь нужно сделать. Потому что дает и деньги, и дает и камни. А это то, что нужно для нас. Так, что? 100 алмазов тратим, все, начинаем заказ. Поехали. Ну что ты опять тупишь? Не тупи, пожалуйста. И рейд гильдии. Давайте посмотрим. Так, этот зомбарь у нас до сих пор висит. Что, у него 100%? А, нет, 58. Так, смотрим, ребята. Тут не показано, кто был когда в последний раз по времени. Ё-моё, Дремор. Дремор у нас на первом месте. Ну, охламончик, ну, доиграешься у меня. Шучу. Нет, конечно же, молодцы, ребята. Князь Кизиловис. Нормуль, молодцы. Но мне нужно как-то их догонять. Все-таки лидер, елки-палки. Надо быть в топе, нужно быть в первых рядах. Показать, быть примером, показательным для всех. Ну что ж, давайте я попробую, ребята, здесь покуражиться маленько, что ли. Так, пропустить, давайте пропустим. 9000 злата я получаю. Так, бесплатная битва. Я что, всего 1% отнял у него? Ё-парасоте, ребята, офигеть можно. Всего 1%. Это смешно, на самом деле. Да, ничего не поделаешь с этим, кстати. Сколько? Да ладно, я что могу? Нет, я... давай, прогружайся. Сколько нужно потратить алмазов, чтобы рисануться? 40. Хорошо, я иду на такой шанс. Я буду тратить кристаллы. Так, тут остался совсем немножко, ребята, по большому счету, если посмотреть. Так, нормуль.
И сколько же у тебя? 56%. Нет, наверное, меньше. 54%. Да. 54%. Так, в магазин нет смысла. Надо нам зайти в технологию. Мне нужно немножко, ребята, подкачаться. Подкачаться. Ну, не мне, нужно моим персонажам дать, так сказать, дальнейший стимул. Ну, что так долго-то? Что за опять за тормоза вечные? Так, у нас... Кто у меня в отряде-то там? У меня даггеры есть? Есть, ребята, поэтому давайте... Подожди, это у нас даггеры? По-моему, да. Да, ребята, злато улетает просто со скоростью света. Блин, не буду пока тратить. Оно мне нужно. Золото в обязательном порядке надо. Фух, так, ладушки, давайте тогда мы с вами посмотрим, что Black Market, что у нас на черном рынке тут происходит. Обновить? Обновить или не надо? Пока не надо. Пока не знаю, что вообще нам нужно. Пригласить героя, это все, конечно, будет, но позже немножко. Так, за ежедневный вход давайте-ка мне 150 моих законных рубинов. Отлично, спасибо большое. Так, месячные карты, это все понятно. А ограниченные события, что у нас здесь? Так, это понятно. Ценный набор, это ясно все. Призы арены. Призы арены, ребята. Выиграть 50 очков в лиге. Угу. Призы квестов. Пройти 4-звездочные квесты, 5-звездочные квесты. Это, ребят, как в Айдл Герои. И возвращение героя. Я, кстати, вот этого не понял. Обмен, но у меня не хватает, вот, ребята, очков. Как видите, нужно 2000, а у меня всего 220. То есть пердукать и пердукать мне еще до этого всего. Хорошо, давайте зайдем в квесты, в задание. Завершено. Ого, фига тут, ребята, 1, 2, 3, 4, 6-звездочные задания даже. Хорошо, завершаем. Камень призова, ё-моё, получаем с вами. Это уже круто. Плюс достижение получили какое-то. Сейчас мы это все, ребят, с вами посмотрим. Так, отлично. Можно мне как-то это все дело, я не знаю, обновить? Очень много 2-звездочных заданий. Как-то меня не особо устраивает. Да, блин, обновил. Обновил не в лучшую сторону. Давай еще разок попробуем обновить. Ох! Вот, вот это уже хорошо. Вот это уже хорошо, ребята. Поэтому давайте-ка делать. Так, автозаполнение. В принципе, мы, наверное, сразу же это завершим задание, да, с вами? Вот так вот. 4-звездочный, как раз то, что нужно нам. Интересно, а если я буду чаще обновлять, это при каждом обновлении нам будут давать лучшие, ну, лучшие задания или нет? Или это рандомно идет? Такой вопрос у меня интересный, да? Ну что же, это мы с вами завершим по-быстренькому, потому что все равно... И вот здесь тоже по-быстренькому с вами завершаем. 3 задания 4-звездочных, это все-таки хорошо. Так, давайте посмотрим по квестам у нас. Забираем здесь. Так, победить и выковать. Давайте выкуем вначале. 3 шмотки. Так, сколько ботинок? Ботинки одни. 20 тысяч придется на это потратить. Деньги абсолютно на все нужно, ребята. На все тратит. Давай здесь сколько? Тоже 1 шмотка у нас получается. О, отлично. Все. Блин, 848 тысяч всего лишь осталось тоже, ё-моё. Так, выковать, выковали. Так, победить в рейдах, это понятно. Сделать 1 продвинутое приглашение, ребята. Блин. Была не была. Твою дивизию отдали мне тоже. Ну ладно, хорошо. Кстати, вот такой, по-моему, способ, это невыгодно, ребята. Если я не ошибаюсь, 150, а я там трачу сколько за... За призов пригласить героя? 250, то есть я 100 гемов просто в туалет смываю. Только сейчас осенило, надо же, блин, ядрен батон. Так, ну что, 50 тысяч в карман. Завершить 16 квестов, что ли? Или 1 6-звездочный... А, ну все. 1 6-звездочное задание нужно было завершить, и я его завершил. Так, отлично. Как-то вот с гемами здесь особых проблем нет. А вот с деньгами очень жесткая проблема. Так, давайте дальше по квестам прогуляемся. Победить, участвовать в 3 битвах, получить награды в компании. Кстати, да, давайте-ка уровень, может быть, получим, да?
Как вы думаете? Хрен с там два. Уровень нам не дали. Сдох, говнюк. Ладно. Поехали тогда дальше. Победить два раза в рейдах. Рейды — это замечательно. Обожаю рейды. И потом, ребята, наверное, чуть-чуть попозже я все-таки зайду в Idol Герои, и мы с вами там поиграем еще. Так, 110 тысяч. Давайте деньги, 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 больше денег мне, пожалуйста. О, 220 тысяч уже. Так, давай вот это вот испытание с вами пробежим. Так, хорошо все. Ой, как замечательно. И теперь на героев сыграем. Точнее, на осколки героев. Поехали. Потом надо будет на арену сходить, ребята. В любом случае подраться надо. И задание выполнить. Ну и деньжат немножко себе срубить. Все-таки. Так, ну-ка. Забираем. Участвовать в трех битвах на арене. Где у нас арена? Вот она, арена. Она меня ждет, и я с удовольствием к ней иду. Поехали. Ой, зачем? Блин, обновлять не надо было, ребят. Не надо было этого делать. Естественно, пропускаем, и понеслась. Понеслась у нас душа в рай. Так. Ух ты, 3000 душ. Я уж по старинке буду их назвать, ребята, да? Вы прекрасно понимаете, о чем я. Так. Что нам здесь достанется? Давай вот это вот. 8 брюликов. А сколько там нужно было до первого выполнения задания? 50, да? Этих интегралов набрать. В принципе, мне не трудно зайти и глянуть. Так, еще 2000 душ. Секунду, ребята, сейчас, подождите маленько. Я просто хочу посмотреть, сколько нужно для... Так, это у нас для ограниченных событий, да? Призы арены. Смотрим. Выиграть 50, у меня 37. То есть 13 раз, если я еще выиграю, 200 гемов получу и... И 2 жетона золотых. Кстати, мы не забываем, что у нас камень призовый. Давайте-ка его испробуем, используем. Рискнуть, да, на редкого героя. Поехали. Ну. Эй! Что такое? Так, достается мне киборг. Киборг хренов достался мне, ребят. Я, по-моему, игра, что ли, подвисла или что? Нет? Все нормально? Кажется мне. Так, ладно, получаем. Сколько там нужно было? 13 боев еще провести на арене. Я, пожалуй, это дело и сделаю. Так, поехали. Заодно, как говорится, что-нибудь здесь посрубаю. Блин, мне бы, конечно, было бы резонно, если бы давали бы здесь голду, а не брюлики там. Или еще что-то. Вот, 26 камней нужно было, а не вот эти вот пробирки. Так, поехали. 39 570, да? 39 570. Ну? Ну что опять-то? Что ты тормозишь-то? Я не могу врубиться. Это наша мощь. 39 570. 2500. Все не то, ребят, все абсолютно не то. Так, поехали. Сколько я уже боев? 5 провел, наверное, да? Или 6 даже. Надо было немножко запомнить, сколько у меня билетиков и сколько мы проводим боев, чтобы не запутаться. Ну-ка. Блин, 5 гемов. Так, придется опять выходить, смотреть, ребят. Я не запомнил просто-напросто. 15 этих у меня осталось билетов, смотрим здесь. Призы арены. Так, давай обновляй. Сколько мне еще нужно? Было 37. Да ладно, опять. Нет, тут какая-то фигня. Не может быть 37. Да что за ересь такая? Я не понимаю. А что так дофига этих-то? Смотрите, ребят, что-то квестов чересчур много каких-то тут появилось. За возвращение героя, призы арены. Один раз еще крутануть, и будет хорошо. Смотри, возвращение героя, возвращение героя.
Это что за глюк, баг, я не знаю. Смотрите, ребят, по два раза повторение идет. Да? Я говорю, сама игра по себе глючит. Ладно, крутанем еще одну, какую хотел сказать, рулетку. Еще один бой с вами надо сделать. Смотрите, смотрите, видали? Что-то с игрой не в порядке, ребят. Надо админам, как-то не знаю, проверить ее, что ли. Так, ну ладно. Все, я забираю выигрыш свой. Заслуженный. 200 гемов и 2 золотых жетона. А когда я смогу, интересно, использовать золотую рулетку? Кто мне скажет? На каком уровне? На 80-м или 3-й VIP нужно иметь? Да. Еще не скоро, да, короче, получается. Так, ну что, исключить героя, это все. А подожди, исключить героя, у нас же, да, у нас есть однозвездочный герой. Так, и трансформации я, наверное, никакой не смогу сделать. Да ведь? Да, никакой трансформации мне пока не дозволено. Плохо. Слушайте, а чтобы сделать вот это, сколько нужно? 2 4-звездочных, да? А у меня как раз есть 2, ребят, смотрите-ка. Ух ты, а мы сейчас с вами сделаем из него 5-звездочного. Погоди, погоди, погоди. Ай-яй-яй, тут нужно 3. Вот я губишки-то раскатил. Вот жук наколол меня. Сам виноват, просчитался маленько. Так, ну что, башня. В башне, ребята, я не могу справиться. Так, секунду. У меня есть голда. Я хочу посмотреть, смогу ли я кого-нибудь тут улучшить. Усилить. Так, давай-ка мы попробуем тебя. Ну-ка. Сколько? 75 из 80. Блин, души улетели только в путь. И даже пикнуть не успел. С голдой как у нас стоит? 500... Ну ладно, здесь нормально. Камень сможем улучшить или нет? Нифига, не хватает, ребята. Не хватает, к сожалению. Да, осколков. Жаль. Очень жаль. Так, что у нас здесь? Опять получить и отправить? Все это у нас сделано. Храбрый рейд открыт? Блин, через 20 часов будет только открыт, ядрен батон. Война гильдии. Как я, ребята, не могу понять, как тут устраивать войну гильдии? Неужели нужен 7 уровень? А до этого я никак не могу, да, участвовать? Именно 7 нужен. Жаль. Ну что, у нас там по квестам вроде бы все. Получить награды нам нужно, но это мы все с вами сделаем. В рюкзачке у меня что-нибудь есть? У меня есть в рюкзаке. Так. Этого надо призвать. Все, так, давай посмотрим, что у нас здесь выпадет. Ядрёна вошь, нифига, урод. Так, и здесь можем целую кучу, аж 17 призвов сделать, ребят. Так, ладно, давай, предположим, заходим в трансформацию. По-прежнему болт, по-прежнему ничего не можем сделать. Так, секунду. Свет, свет, где он? Вот этот, да, у нас? Сколько? Раз, два, три. А нам нужно 4, ребята. Не хватает буквально одного киборга вот этого, чтобы мы могли его до 5 звезд сделать. Ладно, я иду на исключение героев. И кого будем с вами убирать? Давай, наверное, сделаем так. Черт, они, в принципе, все нужны здесь. Да. Сложно здесь, однако, выбор-то. Блин. Сейчас исключишь, а потом будешь локти кусать, ребят, да? Вот, надо было оставить. Кстати, а сколько нам нужно потратить кристаллов, чтобы я еще, например, дополнительно открыл себе ячейки? Так, герой игрока... Чего? Че он несет?
Героя игрока не существует. Звездец какой-то. Герой игрока не существует. Так, ну давай, предположим. Сколько? Да, я хочу потратить 100 алмазов. 85. Так, 200 алмазов. И еще давай. 95. Еще хватит, нет? Нужно купить больше алмазов, пишут. Да, ребята, 95. Ладно, как-нибудь придется справляться с таким макаром. Заходим опять в рюкзак и... Надо вот этих вот приглашать. Нечего им здесь просто так висеть. Так, и на остатки вот это вот сделаем. Почему комбинировать? Ну, давай. Подождите, я жду. Так. Ну, в принципе, что-то должно, наверное, получиться у нас, нет? Есть, получается. Так, смотрим, ребята, кого мы можем здесь трансформировать. Вот этого можем сделать. А из этих можем сделать вот это чучело. Так, кто ты такой? О, это хороший перс. Так, ну что ж, давайте сделаем. Да что такое? Ай, надо нажимать же, ё-моё. Все время забываю. Так, так. И вот так. А здесь, значит, любых трех. Вот так вот сделаем. Ну, все. Трансформация. Так, отлично. И теперь вот здесь, ребята, сделаем вот эту зомбариху с наушниками. Так, мы заодно с вами интерфейс чистим. Так, здесь мы с вами ухоркаем. Давай, пожалуй, вот этих. Да, оптимально. Уродина. Ну что ж, шикарно. Мы еще, да, с вами можем что-то или кого-то призвать? А нет, нет, уже больше никого не можем. Ну что же, я не знаю, стоит ли рисковать. Я думаю, что нет, ребят, потому что здесь вот меня валят. Много раз уже пытался. Так, ну что, что у меня с командой? Команда Гуфи, елки-палки. Так, у нас деньги-то есть или нет? Я могу дапать свою героиню-то или нет? Так, где она? Вот. У нас не хватает вот чего. Ага. А ну-ка давай посмотрим. В Black Market. 200 гемов, да? И 600к. Давай вот так сделаем. И насколько мне этого хватит? Так, где? 75 уровень. Ага, до 80 получилось, ребята. 1000. А у меня всего 450. Обалдеть. Ты. Ну ладно, я пойду в башню, ребята. Я попробую. Хотя я не справлялся здесь. Из-за чего? Из-за того, что у меня заканчивалось время. Да. Ну, попробуем сейчас, может быть, хоть как-то успеем. Там совсем чуть-чуть не успевали мы. Сейчас посмотрим, как у нас тут пройдут дела. Ну, пока более-менее, ребят, я вам скажу. Но радоваться рано, естественно, еще. Есть. Вот на них мы очень много тратим времени. На разборку именно бензопильщиков. Смотрите, уже 4-й раунд. Блин. Дается 15 раундов. Так, есть. Блин, промахнулся. Да что? Чего вы промахиваетесь-то так много? Слушайте, а есть шанс пройти? Ребята, есть шанс. Ну-ка. Да неужели? Да, ребята, красавцы мы. На ваших глазах рождается история моей игры. Прошел я. Так, отлично. Давайте смотреть, что у нас тут дальше будет. Думаю, ничего сложного, потому что уже боссы не будут. Будут, хотя... Смотрим, ребята. Ой-ой-ой, какие-то... Какие-то они крепковатые, блин. Ёпрсоте. Ладно вам так буянить-то. Последние ряды просто разбирают на ура, ребята, они.
ЕПРСТ. Нет, 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 не надо. Только не роняйте меня, пожалуйста. Ай, как же больно это было, блин. Больно было смотреть на это все, ребята. Тигрицу сейчас увалят. Увалят они тигрицу, ребята. Хотя она подхилилась, отлично. Есть шанс небольшой. Блин, ну эти киборги, они хиляются почему-то. Кто-то их хиляет. Или у них самоотхил стоит. Одно из двух. Скорее всего, у них самоотхил, ребят. Не успею, 11 раунд. И тут еще слишком много врагов. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило. Буквально, ну, еще раундов 5. Последний раунд. А этот еще и в стане стоит. Блин. Слушайте, дай-ка я попробую переиграть, ребята. Видите, я не могу сам ничего делать. Тут все на автобое идет, как бы. Я бы немножко по-другому сделал бы. Посмотрим. Может быть, на этот раз получится. Просто задние ряды, конечно, очень быстро падают у меня. Блин, вы сами видите. Так, двое в стане. О, а это уже хорошо, ребят. Есть, минус один. Надо еще застанет. Как бы, вот, чтобы получилось. Ой-ой-ой. Прям не могу, прям аж сердце замирает. Есть. Слушайте, шанс неплохой, ребята. Смотрите, этот в стане. Этого, если мы уложим сейчас. Ну, ну. Да что, о, есть. Слушайте, по-моему, все даже очень хорошо идет. Да-да-да. Тот самый момент, ребята, победоносный. Ха-ха, шикарно. Так, а здесь у нас Билли. Это такие чувачки. Ой-ой-ой-ой-ой. Они очень-очень жестокие. Ну что ж, посмотрим. Так, поехали. Ага. Так, ладно. Блин, ну они крепкие, согласитесь. Ой-ой-ой-ой-ой, что же вы творите-то, гаденыши. Блин, опять хиляют. А, вот это хилы у нас. Ой-ой-ой, смотрите, ребят. Так, тихо, отвяньте, отвяньте, гады. Да уроним давай хотя бы одного. Не получается. И вот они хиляются каждый ход. А, ты посмотри на них. Ну, массовый, давай. Че, неужели массовый... Пипец, да не по нам массовый, по ним надо массовый. Да. Печалька, однако, все здесь происходит, ребята. Шаманку-то мою сейчас могут положить. Сколько? Это раунд седьмой? Раунд седьмой, да? Блин, мы этого Билли не сможем завалить даже. А у нас еще второй на подходе. Буквально чуть-чуть не хватает. А эти все хиляются и хиляются, засранцы. Бессмертные какие-то. Так, я чувствую, здесь мы, ребят, с вами, наверное, сдуемся. 11 раунд, еще 4 раунда, и все, и хана. Почему у меня нету чувачка, который бы мог просто-напросто вешать на них тишину? Чтобы не могли они больше произносить заклинания. Ай-яй-яй, ты посмотри, ребята, совсем немножко не хватило мне. Совсем чуть-чуть, ты представляешь, совсем чуть-чуть. Фу, я не знаю. Давай. Последнюю, подожди-ка секунду, ребята. У меня же, по-моему, что-то по шмоткам же есть. Если я не ошибаюсь. Так, кому-то я могу что-то одеть, наверное, лучшее. Ведь делал же я себе. Или мне показалось? Нет, вот здесь, например, мы можем надеть что-то другое. Вот, например, шлем. Это уже плюс. Так, это минус. Здесь и здесь ничего мы сделать не можем. Здесь тоже. Хреновенько. Так, по деньгам. По деньгам нафигли. 62 уровень. А если мы 16к?
Эть, и все, да? И нету больше. 67. Блин. И кристаллов у меня мало, не хватает. Так, мы, у нас есть рулетка еще крутануть ее? Хрен там, ничего нету. Где мы можем вообще с вами заработать хоть что-нибудь, хоть золото, хоть... В арсенале мы, по-моему, ничего не можем сделать вообще. Трансформация, так... Здесь тоже нам нечего делать. Исключать героя. Продать. Ну давай продадим. Хотя смысл-то от этой продажи вообще никакого нету, ребят. Потому что нам нужно не то. Не деньги сейчас в данный момент нам нужны. Так, по арене все понятно. Все понятно. И смотрите, ребята, что у нас по основному сюжетному поворот идет. Я не могу пробить босса. До сих пор не могу забомбить ее. Вы не представляете, она меня просто достала. Все та же самая чувиха с двумя хилами. Я не могу ее пробить. Может быть, сейчас получится, хотя я сомневаюсь в этом. Смотри, сейчас будут задние ряды просто мои валяться. Хотя секунду, ребята, не будем спешить с выводами. Промахиваться. Мы слишком много промахиваемся. Вот что я заметил. Ну, не мы, а мои герои. Тихо. Есть шанс, по-моему. Ну, да неужели, блин? Неужели это свершилось? Ух. Отлично тогда. Тогда все замечательно. Ну, это-то мы успеем завалить. Так, вот это уже мне нравится. Ой, 9000 голды. Так, опыт. О, 4000 манны. Так, достигнуто. Что у нас? Достижение. Понятно. Ах ты. И это у нас... Так, мы босса прошли, да? Да, мы прошли, ребята. И мы с вами двигаемся на фабрику. Да, я хочу, конечно. Хочу. О чем вы спрашиваете? Естественно, хочу. Получаем здесь все с вами. Так, и поехали, ребятушки, с вами. Битва. Посмотрим, кто у нас здесь будут. Ядрит твою на корень. Так, ну смотрите, франкенштейны довольно быстро падают. Ну, по крайней мере, ХП у них отнимается довольно быстро. Так, эти мутанты бесявые. Ой, да мы их застанили. Четенько, все идет как нужно. Так, давай. С крюками, гады. Так, вот этого уронить надо, вот этого вот крайнего. Сейчас масухой все бомбанут, и все, и тут будет всем хана. Есть, отлично. Ой, я еще и пистолетик заработал. Так, 6-2. Поехали, ребята. Поиск. Какой, блин, поиск, елки-палки. Вот. Автофарм. Ого, это что за чувак? А это Франкенштейн, видимо, у него вторая трансформация идет. Поехали, битва, да, герои те же самые, все отлично у нас. Как говорится, не отступать и не сдаваться. Слушайте, ну победа здесь за нами, вы посмотрите, как хорошо отнимается у них здоровье. А, они 72 уровня. Фу! Я только сейчас это заметил. И мы, извините меня, 80-го, 90-го, 100-го. Но жарят они неплохо тоже. Так, тихо. Ну-ка, шаманочка, давай-ка звездани кому-нибудь. Есть. Так, оборотни, вы достали. Круто. Отлично. Хоть какой-то приток денег идет. А деньги мне нужны сейчас. Так, 6-3, естественно, ребята. Естественно, сразу и... Идем. Так. Успешно получено. Битва. Погнали. Фух. Так, 73 уровень. Фи. Порвем. Так, оглушили. Два встанет. Так, ну что, добивать? Будем добивать потихоньку.
Блин, почему-то все равно очень много промахов у нас идет. Не знаю, от чего это вдруг зависит. Сотый уровень, как она может промахнуться так, если брать по большому счету, да? Но все-таки мисс, мисс и все, и ничего ты с этим не поделаешь. Так, давайте, последних тигров. Отлично. Разнесли их в щепки. Так, 6-4, сколько здесь? Здесь, ребята, будет два босса. Угу. Я понял. Погоди, я не понял, а в чем проблема-то? Все, вот так вот. Я думаю, что за ересь такая. Ну-ну-ну, давай, быстрее. Поехали. Так, понеслась душа в рай. Будем бомбить. Так, опять эти. Опять с пилами, блин. Но здесь они вроде быстрее. Да, они здесь намного быстрее разбираются, чем на боссе. Что ты будешь? Ой-ой-ой, мой убийца, ребята, сейчас, по-моему, упадет здесь. У него здоровья мало. Так, бомбанет, успеет он бомбануть? Он успел. В принципе, он свою роль отыграл. Его сразу шваркнули. Отлично. Прошли. Слушайте, а у меня денежек сейчас не хватит. Ну-ка посмотрим, ребят. Где? Не, мне не денежки нужны, а... 1000, а у меня 540. Блин, нафига еще нужно? Так, а поднять я могу, да... Секунду. Кто у нас там не прокачанный, я уже забыл. Секундочку, сейчас посмотрим. Тут 60 уровень, это... А, секунду, все правильно. Вот она. Стелла. Недостаточно... Ну, понятно. Все дело в эликсирах. Эликсиров нету, ребята. Катастрофически не хватает эликов. Ограниченный набор, да? Хм. Понятно. Прикинь, да? А, ну тут 4 миллиона 500, ты представляешь, да? Обалдеть. Так, что у нас тут? Смотрите-ка, у нас выполнили... А, мы выполнили. Здесь тоже. И у нас еще, ребята, выполнено какое-то достижение. Ну давай. Так, достижение, ребят. О, круто. Желтый. А желтый это круче, чем фиолетовый или нет? Сейчас посмотрим, ребята. Зайдем на своих героев, выберем, предположим, вот так и проверим. Слушай, полностью. Здесь же полностью сет получается, да? Да. Камуфляж исследователя. Такой чувак. Так, мы можем здесь сапоги поменять. Так, глянем. Да, ребят, смотрите, это тоже идет от сета. Так, хорошо, ну-ка, где... Я говорю, дай мне шаманку посмотреть. Или куда она? А, вот она, шаманка. Так, давай автоэкипировку. Шлем, наверное, поменяется. Так, отлично. Здесь тоже почти что сет. Так, давай здесь заменим. Так, тут мы пока ничего... Нет, хотя заменим на всякий случай. На будущее нам пригодится этот персонажик. А здесь, к сожалению, уже ничего не меняется. Ну и здесь тоже не должно, по идее. Все. Ладно, мы с вами продолжаем в компашке. Попробуем, ребятушки, с вами здесь. Так, здесь очищено. Понеслась. Тут до босса еще сколько... Ой, до босса еще дофига. Поехали. Будем потихонечку их разбирать. Удастся, не удастся. Ага, фрицы, значит, здесь, да? Такие, да, с такими фиговинами на руках. Слушайте, ну вот то, что мы их хорошо станем, это замечательно. Ну и уровень у них, я еще раз повторю, 75-й. Так, один упал. Точнее,
охраны больше у них нету. Остались только вот критовики. Но критуют они довольно нехило, вы сами это видите. Минус 2. Ну и этих тоже добьем. Шикарненько. Замечательно идем. Так, добыча. Что мы там добыли? Два камня. Так, ну что ж, давайте попробуем здесь одолеть. Это, наверное, ребята, будет у нас последний с вами бой. Если выигрываем, то мы с вами идем потом на заслуженный отдых. Мне еще нужно выдал герой сходить. Натали. Натали. Так, ну, смотрим. Ну что, я могу сказать, что здесь будет победа за нами. Ну, 76 уровень, это несерьезно. Так, тихо. Раздухарились, смотрю. Почувствую слабину. Я вам устрою слабину, блин, сейчас. Так, тихо. У них вот массовые удары по задним моим рядам вообще как-то катастрофически наносят урон. Просто ужас какой-то. Шаманку почему-то разбирать стали в последнее время очень быстро и легко. Раньше у нее отхил действовал, когда ее били. Сейчас что-то я этого не замечаю. Ой, кто-то били бомбанул, да? Молодец. Отлично. Ну что, ребята, как я вам и говорил, мы здесь прошли, у нас все хорошо, все удачно. Мы, пожалуй, на этом с вами закруглимся. Вся проблема у нас в деньгах, соответственно, нам нужно ждать, когда у нас будут следующие откаты по квестам, чтобы заработать маленечко не только денег, но еще и души. Да, души для поднятия наших героев, для развития их. Так что, ребятушки, увидимся с вами в следующем видосике. Ну, а на этом все. Всем пока и до новых видосиков.